О казахстанско-китайских отношениях Си Цзиньпин высказался в своей авторской статье. Ее опубликовало агентство «Казинформ». Китайский лидер отметил высокий уровень политического взаимодоверия Пекина и Астаны. Си Цзиньпин также отметил 4 важных принципа, которые являются фундаментом для построения взаимовыгодных двусторонних отношений. Китайская сторона неизменно поддерживает усилия Казахстана по защите национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности, по следованию самостоятельно выбранному пути развития, по реализации внутренней и внешней политики для обеспечения процветания государства. Выступает против какого бы то ни было вмешательства внешних сил во внутренние дела Казахстана. Развитие и приумножение 4 важных принципов, а именно взаимное уважение, добрососедство, взаимовыручка и обоюдная выгода в интересах сохранения устойчивой динамики в развитии двусторонних отношений. А по мнению Си Цзиньпина, Китай и Казахстан имеют схожие позиции по международным и региональным делам, выступают за реализацию концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, стремятся к достижению мира на планете, глобального развития и справедливого миропорядка. Председатель КНР указал на важность наращивания сотрудничества в традиционных сферах. По его мнению, экономики двух стран по своей структуре взаимодополняют друг друга и имеют огромные перспективы для взаимовыгодного сотрудничества. Будем активизировать сопряжение совместной реализации инициативы «Один пояс, один путь» с продвижением экономического курса «Справедливого Казахстана», расширять доступ к казахстанским товарам на гигантский китайский рынок для совместного использования возможностей развития Китая. Необходимо наращивать сотрудничество в таких традиционных сферах, как торговля и экономика, промышленность, инвестиции, энергетика, добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство. Повышать пропускную способность погранпереходов, способствовать улучшению обслуживания грузовых поездов Китай-Европа и строительству транскаспийского международного транспортного маршрута с целью совершенствования разветвленной и высокоэффективной сети транспортной взаимосвязанности.